Новым главой МИД Ирана может стать Аббас Аракчи, в прошлом заместитель министра и один из переговорщиков по ядерной сделке в австрийской столице Вене. Он родился 5 декабря 1962 года в Тегеране, получил образование в области дипломатии, что предопределило его карьерный путь. В 1989 году начал работать в Министерстве иностранных дел страны с 2017 по 2021 год, занимая должность замглавы МИД во втором правительстве президента-реформиста Хасана Роухани. Долгое время он возглавлял делегацию Ирана на переговорах шестерки международных посредников США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия по ядерной программе. Он также неоднократно приезжал в Москву для встреч с официальными лицами Министерства иностранных дел России. В ходе Ирано-Иракской войны 1980-1988 года служил в корпусе стражей Исламской революции. Аракчи был также послом Ирана в Турции и Японии. В настоящее время занимает должность секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям. Как заявил спикер парламента Ирана Мухаммад Бакер Галибаф, с утра 12 августа парламентские комиссии начнут рассматривать планы предложенных министров до конца следующей недели. Аракчи сейчас фактически выполняет функции советника нового президента. Внеочередные президентские выборы в Иране состоялись после того, как 19 мая президент Исламской Республики Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Реформатор Масуд Пезешкиан по итогам второго тура выборов стал 9-м президентом Ирана, набрав во втором туре внеочередных выборов около 53,6% голосов. Жаля Гусейнова, CBC.